сюда. И казалось тогда, что ты не предназначен судьбой. А потом злой год, и я ждала тебя год, чтобы вновь повстречаться с тобой. Чтобы вновь повстречаться с тобой. На теплоходе музыка играет, а я одна стою на берегу. Машу рукой, а сердце замирает, и ничего поделать не могу. На теплоходе музыка играет, а я одна стою на берегу. И курица тоже. Я прошу, но в тот раз у нас просто, я помню, были желающие поучаствовать еще одна команда. У нас здесь, наверное, представлена команда техникума была. Вот они у нас туда были просто вне конкурса, они захотели в этом поучаствовать. Давайте попросим их, чтобы они тоже приняли участие. Валентина Николаевна, где со своими орлами? Перепелками орлами. Дороны дрошли. Да, переходим мы к орлам. Карлам. Первый конкурс будет состоять в том, что все участники команды получают... А где мои орлы? Ложку. С яйцом. Каждая ложка. И в ложке, будет яйцо. Итак, по моей команде вы бежите, каждый участник бежит туда. В печке видите лоток, да? Да, видите лоток? Яйцо вы опускаете в лоток и возвращаете. То есть бежит второй участник. Яйцо в лоток, вернулись. Третий и четвертый. Еще мне... Только вы заканчиваете первый конкурс, вы сразу начинаете второй. Второй конкурс у нас будет хоккей. Итак, вы получаете клюшку, каждый капитан, вот по такому деревянному яйцу. То есть вы клюшкой обходите яйцо вокруг печки, возвращаетесь. Вот так и все, так? Каждый. И передаете, так каждый человек. Вокруг печки и вернуться. Так, обойти печку с клюшкой, яйцом и вернуться. Да. Потом у нас бег в мешках. Нет. То есть у вас последний вот возвращается вот с клюшкой, да? А команда уже стоит в мешке. И второй участник тоже сейчас вам данут. Вы тоже в мешке. Я успею. Итак, вы поскакали. Бежал второй. Вы отдаете своему третьему участнику мешок. Пока бежит второй, третий участник одел мешок. Пробежал второй участник, отдал четвертому. Ну вот когда вы с хоккеем, извините. Нет, добежали, проскакали до печки. Печку в мешках попрыгивать не надо. Но до печки вам надо допрыгать, рукой ударить по печке и прыгать назад. Собью с ног, громают ноги. Команды готовы, зрители готовы. Вперед! Дима, мы готовы? Да, готовы. Начинаем снимать. Команда дружная, красивая, молодая, энергичная. И команда районного исполнительного комитета. Аплодисменты! Мы готовы? Да. На старт! Внимание! Марш! Давай.
Чего девки, блин, надо заступать? Давай! Да, да! Годы! Надо уже туда! Лупи, блин, довольно! Молодцы мы! А, четко, 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 четко! Погнали наших городских! Давай, блядь, быстрее, шевали! Горок нахрен! Улупи ты, блядь, по яму хрену катится! Вот что значит хоккеисты! Вот что знают хоккеисты! Давай, блядь! Не ругайся! Всё, на, давай! Вокруг или так? Ай, жопа, не так! Не кричи! Тихо, тихо, не спеши! Кнопка завалишься! А что это, кто там первый? Это уже... Её! Горок, давай! Блять, уже... А сколько еще осталось? Я не знаю, сколько там мячков! Можешь уже выкрикивать, два раза чемпион! Там по времени, подожди, еще лыжи. А, еще лыжи. Вот, 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 как девочка пошел. Эй, бля, что ты как? Вперед! Рот! А что мы ждем? А, ждали пока. Раз, два, раз, два, раз, два. Давай! Давай! Саня, отойди. Можешь сказать. Таланты отсохли. Да. Таланты бывают только по пятницам. Да.